пила у меня сломалась, циркулярная. Придется ручной делать. Блин. Так, ну чё, все. Так, это что у меня? Боковушки. Так, ладно. Здесь лежит, а это со мной пойдет. Thank you.
давай. Смастерила. Рассаду хочу сюда. Теплицы нету. Сейчас пленка покрою и рассаду сюда принесу. Ну и все. Сойдет. Thank you.
все доделала. Вот так вот получилось у меня. Сюда я рассаду положу. Из дома вытащу рассаду. Пусть она у меня будет здесь. Сейчас покажу. И так получилось. За сегодняшний день смастерила. Фух. Ветрище уже. Скопала здесь чуть-чуть. Вот. Так что пойдет. Денег нету пока на пленку старую. Ничего страшного. Вот. Ну все. Пусть заливается. И я вот так вот будет закрываться у меня она. Так вот закрываться будет. Ну и все. Надеюсь, рассада моя там привыкнет к ветру, то есть холоду, прямым лучам. Вот. Вот так вот. Ну все. Ой, наработалось. Так. Наработалось. Здесь муж начал копать. Я не копаю, это делает он. Я только сажу. Ну и все на этом. Ой. Так, калитку закрыть надо. Такая моя теплица получилась. Ой, ну-ка закрывайся. Это что такое? Ладно. Пойдем. Вот так вот получилось. Домик. Персик, все, домой пошли. Говори всем пока. Пока говори. Ты мне на это, ты на меня прыгать хочешь? Ну, смотрите, на меня прыгает. Всегда так делает. Ой. Ну все, мы домой пошли. Всем пока. До новых встреч.